Добрый день, меня зовут Вадим Старченков. Я являюсь руководителем по развитию эквайринговых продуктов банка ВТБ-24. Тема моего выступления на форуме – эквайринговые продукты банка ВТБ-24 и партнеров. Здесь мы представляли развитие нашего продукта «Отличный безналичный» с новым вендором терминального оборудования компании «Инпас» и, соответственно, оборудованием «Верифон» и «Пакс». Мне, как руководителю, касающегося эквайринговой части ритейлового бизнеса, интересно в том числе и темы, касающиеся оборота наличных. Поскольку оборот наличных в России никуда не собирается уходить в ближайшее время, то нужно либо уметь интегрироваться с этим продуктом, либо предлагать более конкурентные решения. Поэтому то, что делается именно с наличными денежными средствами, также входит в сферу моих интересов. И есть чем работать. Действительно, были замечательные доклады, интересные презентации, узнал много нового и много интересных решений на рынке предлагается. Формат форума достаточно известен. Я являюсь постоянным участником именно банковского форума, когда он также совмещен, и формат имеет и презентационного характера, и выставочной части. Я считаю, что, наверное, это, во-первых, сложившийся формат, и он уже сдает тон на рынке. А во-вторых, всегда приятно пощупать то, о чем говорят в теории, подойти на стенд, пощупать это на практике. Возможно, что очень интересно было бы присутствие самих ритейлеров на данном форуме с их хотелками, с их кейсами, с тем, как это реализовано, некоторыми лучшими практиками. Соответственно, для того, чтобы вести более мотивированный, подготовленный и тематический диалог в сфере их желаний, поскольку на этом рынке клиенты диктуют условия, соответственно, все остальные игроки либо под них подстраиваются, либо отслеживают тренды, ну и создают, в принципе, решения.